Делегация из Чувашии приняла участие в многотысячном шествии, посвященном Дню народного единства. Масштабная акция состоялась накануне в Москве. По центральным улицам столицы с флагами и транспарантами прошли лидеры политических партий, представители общественных организаций и артисты. К праздничной колонне присоединились и мои коллеги. Подробности в следующем материале. Оркестровые марши. Цыганские танцы. И задорные чувашские песни, от которых невозможно было устоять на месте. В этот день центральные улицы Москвы стали одной большой концертной площадкой. Сюда приехали народные коллективы со всех уголков страны. На обычно загруженной автомобилями Тверской яблоку негде упасть. Количество участников многонационального шествия превысило 90 тысяч человек. Сегодня мы по-настоящему объединились, и мы едины. Посмотрите, все улыбаются, все дружны, всем на душе хорошо. И самое интересное, самое главное, что мы все за Россию, так же, как и цыгане, так же, как и много здесь национальностей. Это наша огромная сила. Россия очень большая многонациональная страна. И огромное спасибо за вашу республику и за вашу культуру, вот, которую вы сегодня представили. 4 ноября День народного единства имеет особое значение для России, потому что Россия многонациональная. Национальное государство и чувашский народ вместе со всеми здесь. Мимо здания Московской мэрии, Манежной площади, Госдумы и Большого театра. Колонна с флагами, шарами и плакатами преодолела по центральным улицам более 5 километров. Когда мы едины, страна непобедима, говорят участники праздника. Вот так культура объединяет народы. На театральной площади под чувашские песни чеченские артисты танцуют лезгинку. В День народного единства в Москву приехали более 200 чувашских артистов. Народные коллективы пользовались большой популярностью у жителей столицы. С чувашскими флагами по Тверской прошли уроженцы республики, которые сейчас проживают в Москве. Очень сегодня важно день солидарности, день единения всех народов нашей многонациональной Родины показать истинную ее сущность. Я родился, вырос в Чувашии и сегодня имею честь вместе со всем чувашским народом идти по Тверской. Знаете, сколько людей, какая колонна сумасшедшая, но вот чувашская делегация одна из самых колоритных и веселых. И это хорошо. Конечно, все про Россию, еще гостевые песни величальные. О любви к родине в этот день пели и знаменитые на всю страну артисты. Праздник завершился грандиозным концертом. Дмитрий Ковалев, Расиль Мухаметов, Республика, из Москвы.